Новое видео выходит каждый день в 20:00. Вы знаете, сегодня у меня должен был выйти абсолютно иной видеоролик. Абсолютно вот, даже не того формата, который выйдет сегодня. Ведь сегодня у нас выходит разговорный ролик, и это достаточно очень сложно интегрировать, так как у меня видеоролики смонтированы на несколько дней вперед, а тут я вот так вот фастом все делаю, вот прям вот, знаете, вот так вот, как мощь тарана, как, блять, ураган какой-то я все это делаю, но не ураган Хокаги, стоит заметить, не ураган Хокаги. Вот. И вы знаете, мне вот сегодня Миксер Мау скидывает под одним из моих постов ссылку на пост с Rockstar Bombit, я на него перехожу, и что я вижу? Aurora Replay и Sumpnet решили объединиться. Теперь с Aurora Replay можно перенести аккаунт на Sumpnet. Переносится там левел, скиллы, лицензии и все прочее. Но, вы знаете, меня не столько волнует именно вот этот вот факт, мне абсолютно это похер, я не буду как-то кривить душой и говорить, блять, как же это классно, наверное, онлайн вот-вот наконец-таки поднимется и на том сервере. Нет. Самая главная часть этой новости — это в том, что Aurora Roleplay продается за 120 тысяч рублей. По поводу покупки можно написать Дорину личного ВКонтакте, но я бы не стал это делать, потому что сейчас расскажу почему. Во-первых, потому что на сервере стоял некто Николай Бурцев, человек, который постиг объективный таргетинг, а также бросил универ для того, чтобы развить Aurora Roleplay, для того, чтобы нахуй убить ее репутацию просто в глазах всех адекватных игроков. Потому что, вот вы знаете, я думаю, не стоит вам напоминать про ситуацию с Владиславом Павловым, Сансе этом там, да только и с этими, кстати, людьми, с Владиславом Павловым и Сансетом, с двумя конченными даунами. Мало того, что один из них наркоман, а второй маргинал, так они еще и, блядь, вместе. Понимаете, то есть это мощь тарана, это просто, я не знаю, это воровская лапа, блядь, это охуительно, блядь. Вот, и даже если покупать вот эту вот Aurora Roleplay, то, блядь, нужно знать несколько деталей, которые я вам сейчас расскажу, для того, чтобы создатели Aurora Roleplay накрутили мне дизлайков, да. Ну, чтобы вот так оно и было. Потому что создатели Aurora Roleplay не брезгуют накруткой онлайна. И я думаю, накруткой дизлайков они так или иначе тоже не побрезгуют. Потому что я сразу отсею большое количество покупателей на данный проект. Во-первых, как выражался сам Sunset в своем недавнем видеоролике, посвященному некто Ангелу Касады. Не знаю, что это за человек такой, блять. Ангел Касад, ну кто бы это мог быть, да? То есть, ну, абсолютно непонятно. Как Данил Герр, только, наверное, я не знаю. Только делает, наверное, пробежки пончика, да? Вот. И он такой говорит, типа, бля, не, Aurora Roleplay так-то классный сервер, вот. И Николай Бурцев, классный пиар-менеджер, который постигал вершины объективного таргетинга, блять, системы семей, блять. Ой, ой, ладно, ладно, ребят, давайте не буду отвлекаться, потому что тупо лучше, потому что это, блять, это не ведро огурцов, понимаете? То есть вот объективный таргетинг — это так или иначе не ведро огурцов. Вот, он сам сказал, что мод Aurora Roleplay дырявое говно из-за, по всей видимости, дырявого скрипта, который брал деньги за свою работу, но нихуя не хотел делать, а потом еще и не хотел отдавать Aurora Roleplay мод. Я не знаю, как они там с ним договорились, видимо, выкупили у него там за 220 тысяч рублей, а сейчас продают за 120 тысяч рублей. Ну, в общем, абсолютно непонятно. И также Sunset выразился, что, когда на Aurora Roleplay онлайн достигает там 500-600 человек, сервер просто ложится, и все, и на него как бы нельзя зайти, с ним все остальное становится плохо и многое другое. В общем, мод Aurora Roleplay, я думаю, что его нельзя покупать за деньги. Ну, вернее, это вам должны заплатить, чтобы вы этот ебаный сервер еще и взяли. Ну, и такие, бля, да, найти 1000 рублей, пожалуйста, вот возьмите сервер, возьмите это говно, заберите его нахуй, блять, потому что он нам уже никому не въебался, пиздец. Отдать уже 200 лет его не можем. Я не понимаю, кто сможет купить, сука, сервер Aurora Roleplay за 120 тысяч рублей за, при такой, блядь, репутации. То есть, даже если, блядь, чуваки, которые купят эту самую Aurora Roleplay, сменят, блядь, ее название, все равно системы останутся точно такие же, и по этим системам будет понятно, что же это за сервер-то такой. Но только если сделать полный ребрендинг всего, и систем, там, переработку, и маппинга, да и все. Просто легче, мне кажется, будет нанять скриптера за 120 тысяч рублей, чтобы он вам, блядь, этот мод написал с нуля, и все. То есть, ну никак не покупать мод
Аврору Реплей, который является дырявым говном, с Николаем Бурцевым, который постигает, я вам хочу напомнить, объективный таргетинг. Объективный таргетинг, систему семей, блять, и всю прочую фигню. Потому что, ну, блять, я даже не знаю. Ой, блять, серьезно, помнится как-то, вот мне сразу вспоминается ситуация с Монстр ДМ за 500 тысяч рублей и Вольверу Реплей. То есть, блять... Монстр ДМ за 500 тысяч рублей, это так же нереально, как Аврора Рулиплей за 120 тысяч рублей. Это просто невозможно, блять. Я не могу представить, донатят ли сейчас вообще на эту ебаную Аврору Рулиплей. И насколько я знаю, вот по последним видеороликам Ангела Касада, я все-таки знаю, кто такой Ангел Касад, да, это, если что, была пост-ирония, шутки такие, знаете ли. Насколько я могу знать, сейчас там вообще какие-то боты на сервере, потому что онлайн дичайше маленький. И, в общем-то, чуваки, я не знаю, если мало ли меня кто-то смотрит из людей, которые обладают финансами в размере 120 тысяч рублей, вы знаете, если вы хотите выкинуть деньги в помойку, отдайте их, блять, лучше мне. Я потрачу их на нормальное дело. Отдайте их кому угодно. Подойдите, блять, пожертвуйте в церковь, сука. Купите продуктов, отдайте людям, которые в этом нуждаются, блять. Сделайте все, что угодно, вы сделаете намного лучше, блять. Даже если вы, понимаете, посрете и вытрете жопу, блять, 120 тысячами рублями, это доставит вам больше эстетичного удовольствия, чем если вы купите Аврору Рулиплей. Потому что, блять, купить Аврору Рулиплей после всего того, что, блять, с ней связано, нужно быть дичайшим идиотом. Нужно быть просто дебилом, блять. Я не знаю. Просто, блять, ой. Ой, я в самом деле не знаю, кто это, блять. Кто может, у кого может возникнуть вот так, как нужно жить, что нужно делать, чтобы у тебя в голове возникла идея. Вот что-то мне как-то скучно живется, а куплю-ка я Аврору Рулиплей за 120, сука, тысяч рублей. Серьезно, блять, Аврору Рулиплей, ну вы че, блять? Ну как, блять, как самим, сука, не стыдно? Какие, блять, 120 тысяч рублей? 10 тысяч, блять, максимум за это дырявое говно. И то непонятно, купят у вас это говно или нет, блять. Я не знаю, 120 тысяч, это можно, блять, логотип Артемия Лебедева заказать, вам еще 20 тысяч останется, блять. Какие, блять, 120 тысяч рублей? За что, сука? За объективный таргетинг, блять? За систему семей, сука? За Николая Бурцева, возможно, блять, я не знаю, ты покупаешь там за 120 тысяч рублей Аврору Реплей, и пердак Николая Бурцева прицепу ко всему этому идет. Я в самом деле не понимаю. Возможно, кто-то из вас в комментариях мне напишет, блять, что это такое, но ладно. Ладно, ребят, я уже не буду ничего говорить, потому что, мне кажется, я сказал даже больше, чем я хотел. Ролик должен был получиться изначально на минут плюс-минус 5, но вы знаете, как я люблю растягивать хронометраж до 10 минут 0,1 секунды для того, чтобы вставить как можно больше рекламных интеграций, не только. И, кстати, чуть не забыл вам сказать. У меня на канале около, ну, уже практически 900 подписчиков. Не знаю, сколько будет после выхода данного видеоролика. И вот, и вы знаете, что я заметил, какую странную тенденцию. Всего, блять, 200 там с хуем человек нажало колокольчик. Вы че, серьезно? Нет, ну вы серьезно, блять? Возможно, вы просто вот так вот видите на таймере 20:00 и идете смотреть видеоролик. Но а как же вот это вот, я не знаю, тактика всего Ютуба написать первый, когда ты вот видишь данный видеоролик? Как же вот это вот все? Почему ничего святого-то в вас нету? Ты просто нажимаешь колокольчик, включаешь уведомления Windows, включаешь уведомления Google Chrome и просто и все. Ролик в 20:00 выходит, ты заходишь, сразу пишешь первый и все. И как бы и на этом прям вот вообще все. Поэтому жмите колокольчик, блять, я даже не сомневайтесь, жмите, блять, и не думайте ни о чем. Вот просто нажимаете и все. И колокольчик у вас в кармане, и новые видеоролики каждый день в 20:00 у вас также в кармане. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.